Ну вот, прошло еще совсем немного времени. Вермилоза укрыта дерном, припорошена, чтобы не было где-то грязи, чтобы не вымазать пленку. Вот этим компостом, не до конца переработанным. Ну и осталось дело только за тем, чтобы укрыть это безобразие пленкой, дабы бурьян этот не рос и влага сохранялась. Ну и было тепло, больше, нежели оно сейчас есть на улице. Ну, а летом я позволю, наверное, немножко вырасти бурьяну и тоже начну прикрывать пленкой, после того, чтобы он когда подрастет, он шел на корм нашим червячишкам. Вот такие вот на сегодня дела. Вот теперь привезу, тут есть у нас камни недалеко, разверну полотна и укрою.